Хацкеру грустно. Это так грустно. Можем ли мы согласиться, что эти видео делают наш день лучше? Нет! Нажми на меня, чтобы... Я одинокая. Добавь мой Дискорд, Дейзи. Добавить в друзья. Привет. Ку, увидел твой коммент? Я думаю, мы можем быть друзьями. Ты ищешь бесплатные робоксы? Эти боты так бесят. Эти боты так бесят. Согласен. Хацкер! Что такое? Мы должны остановить это. Остановить что? Комменты ботов, они рушат YouTube. А, это мои. Именно. Каждого YouTube-бота, которого ты видишь, я его сделал. Они работают? Я пока заработал 67 центов. Научи меня этой силе. Ок. Я научу тебя, но только если ты пообещаешь использовать ботов для добра. Я обещаю. Следующий день. Время посмотреть YouTube. Внимание, есть девушка, которая мне нравится. Пыже, ответьте советом по отношениям. Что за... Хватит. Нажми на мой профиль для бесплатного апельсинового сока. Белуга! Прив! Полегче с ботами. Ты постишь слишком много, притормози. YouTube может разозлиться. Это просто пранк, бро. Все! Мы убираем комментарии. Что? Здесь слишком много ботов. Вы не можете убрать комментарии. Они лучшая часть жизни YouTube. ПЖ, оставьте их. Стой! Ты выглядишь знакомо. Что? Клянусь, я видел твое лицо. Хз, что ты имеешь в виду? Ты сделал этих ботов, не так ли? Возможно, лол. Я забаню тебя. Пофиг. Я дизлайкну все твои видео. Дизлайков нет. Да. Как насчет этого? Я приговорю тебя к 1 году в YouTube Kids! Нет! Если вы человек, напишите свой любимый анекдот, чтобы доказать это. А также не забывайте, что у меня есть свой Discord-сервер, где я частенько сижу и общаюсь с вами. Присоединяйтесь. Ссылочка в описании.